Кроме НМУ, Челябинцы ощутят и дыхание Арктики. В регион идет холодный фронт. Столбик термометра в некоторых районах опустится до минус 20 градусов. Сколько продлятся морозы, сейчас расскажу. Итак, в ближайшие сутки температура начнет понижаться. Аномально холодную погоду принес на Урал и в Сибирь арктический антициклон. Сегодня к вечеру в Челябинске столбик термометра упадет до минус 2 градусов, а уже завтра в городе похолодает до минус 8. Сильные морозы ударят на юге Западной Сибири, в Свердловской области и на юге Тюменской местами придет зима, похолодает до минус 25, а в Ненецком автономном округе и Республике Коми до минус 29. На Южном Урале пока не так морозно, завтра столбики термометров покажут минус 1 градус. За окнами будет облачно, ожидается снег и сильный ветер с порывами до 8 метров в секунду.